Приветствую вас, друзья! Нива Тревел тарахтит мотором. А ничего необычного под капотом не замечаете? Не замечаете? А вот так? И так не замечаете? А вот так? Что, друзья, дождались? Альтернативный бачок наконец-то готов. Прошел все испытания. Штатный бачок больше не нужен, который дает трещину каждые 10 тысяч километров. Его надо менять как расходник. Теперь бачок нового образца на старые автомобили, друзья. Без каких-либо переделок. Просто покупаете и устанавливаете штатные шланги. Все штатное. На штатные места ставится. Объясняю. В чем сложность установки новых бачков, вот которые сейчас идут на новых Нивах Тревел. Адсорбер переехал вот сюда вот, друзья. Вот эту вот площадку, я так понимаю, что на заводе ликвидировали. Появились, то есть, дополнительные крепления, либо новый кронштейн, я точно там не помню, как это сделано. Короче, если вы купите новый просто бачок нового образца, причем его еще достать большая проблема, потому что в продаже их сейчас нет. Вам потребуется кронштейн, вам потребуются новые трубки адсорбера, то есть геморроя вы хапанете с этим. А здесь новый бачок с кронштейном на штатные места. Вот вам, друзья, демонстрирую. Все отлично. Стоит как родное. Ну что, открываем предзаказ на это изделие. Вот-вот начнется серийное производство. Значит, привожу сейчас на экране телефон и электронную почту, на которую вы можете оставлять свои заявки, и внизу также точно это все дублирую в описании и в закрепленном комментарии. Значит, на Ниву Шевроле он тоже подходит, так же точно, как и на Тревел, все устанавливается. То есть, досанкционные Тревелы и Шевроле Нива, вот ваш вариант. Пробка рассчитана на давление, ну, где-то 1,1-1,2, то есть чуточку-чуточку поменьше, чем вот штатная как бы пробка. Этого достаточно. То есть печка, радиатор страдать от давления не будут, но и будет необходимое давление в системе, чтобы мотор не кипел. Вот так. Вот вам, пожалуйста. Показал, проанонсировал. Производство запускаем. Кстати, а место для бачка выбрано таким образом, чтобы он здесь ничему не мешал. То есть вот даже лампочку заменить в фаре, вот, пожалуйста, заглушку вытаскиваем, ну, допустим, показываю его, видите, и можно лампу менять. Бачок здесь не мешает, то есть место прям вот выбрано идеально. Так, поставил это, не поставил. О, поставил. И то есть вот все под рукой, то есть все здесь, так скажем, в доступности. Бачок не мешает. Но а если что, если его надо снять, откручиваем два вот этих вот болта и все. И бачок снимаем вот в сторону просто, его длины шлангов хватит, чтобы его сюда вот просто отнести и что-то сделать. Хотя я не знаю, что делать можно. Вот так вот, друзья, проблема одноразовых бачков вечно текущих и на наших автомобилях уходит в прошлое. Наконец-то. Ну, всем пока. На этой радостной ноте заканчиваю сегодняшний свой репортаж. Бачок отлично себя показывает. Я доволен.